Спортивный микс – это у нас мужская и женская спортивная одежда. Англия, категория крем. Штаны спортивной марки Крейна, размер указан 40-й, новые еще с этикеткой. То есть европейский 40-й соответствует 46-му российскому размеру. МК. Эта футболка в хорошем состоянии. Так, далее размер здесь, к сожалению, не вижу, не указан. Спортивный топ. Элька. 100% хлопок указан в составе. Так, далее шорты. Среднего размера, то есть примерно 46-48 получается. Женские спортивные шорты. Позиция называется «Спорт Крем». Это у нас Андрей. Данный лот весит 15 килограмм. Крейн, Элька, то есть примерно 50-52, новые шорты. М-ка, еще одна футболка. Размер средний. Так, это спортивная майка, по-моему. Марка Шант, размер указан L. То есть примерно 50-й российский размер. Так, Крейн, 40-й размер здесь указан. Европейский, то есть получается 46-й российский размер. Спортивная майка тоже вот 40-го размера. Новая майка с этикеткой. Еще одна новая майка. Но на этот раз размер уже поменьше. Эска. Так, шорты тоже новые. Марка Крейн. Размер L 44-46. То есть получается примерно 50-52. Элька тоже 50-52. Вот все новое пока. Все с этикетками. Спортивный топ тоже марки Крейн. Еще один такой же топ, только размер поменьше уже, но с этикеткой. Так, новая футболка марки Крейн, размер указан маленький, S-ка. L-ка, Крейн размера 52-54, то есть шорты большого размера. 40-й размер указан, это велосипедка, штанишки, примерно 46-го российского размера. Так, здесь российский размер 56-60 написано. Спортивные леггинсы, назовем их так, Adidas. Так, мужская ветровка с капюшоном, размер указан XL. Капюшон здесь есть, состояние очень хорошее, без видимого износа. Так, М-ка, размер 40-48 получается, 52% хлопка указано в составе. Так, марка Крейн, размер? Элька. То есть примерно 50-52 получается размера. Это бриджи спортивная. Так, это дождевик. Такие же дождевики есть наверняка у железнодорожников. Выглядит как пончо. Примерно получается 50-й российский размер. Тоже в отличном состоянии спортивные штаны. Это футболка. По поводу бронирования, пожалуйста, пишите, звоните Эльвире. Так, Элька 44-46, штанишки, бриджи спортивные. В комментариях к видеообзору указан номер WhatsApp. Наш номер телефона вы знаете, повторять не буду. Adidas. Так, штаны спортивные, большого размера. Элька, кстати, вот много больших размеров, но под большими размерами я имею в виду размеры 50-52, примерно эти. Так, если, по-моему, нет, М-ка. Все-таки М-ка размер средний. Так, марка Бинотти, размер XL указан, почему-то колготки, не знаю, что они делают в спорте. Бершка, размер средний указан, M. Майка женская маленького размера, XS. Так, марка Крейн, размер указан, M средний, то есть примерно 46-48 получается российский размер. Adidas, M-ка размер средний, это у нас спортивные штаны. XL, 2XL точнее. Здесь указан размер. Так, далее вновь марка Крейн, размер L 44-46, то есть получается примерно 50-52. Спортивные штаны марки Кривит, размер указан средний M, то есть опять-таки 46-48. Все-таки это средних размеров тоже немало. Маленьких только мало. Так, Adidas 40-42, опять-таки 46-48 получается. Наши с вами российские размеры. Состояние очень хорошее, замки работают. Так, марка Шамп, размер указан средний М. Олимпийка марки Adidas, небольшого размера, по-моему, тоже где-то 46. Нет, вообще S-ка, это мужская получается. Олимпийка. Спортивные штаны небольшого размера, вот еще один топ, такие были новые с этикетки, сейчас без этикетки.
Adidas очень много, кстати, Adidas тоже. Состояние отличное, без видимого износа. Так, Элька, это мужская майка. Примерно, а вот написано 52-54. Даже не примерно, а точно. Так, тут размер, к сожалению, не указан. Далее, марка Крейн, а вот даже составчик есть. 60% хлопка. Видимо, вот здесь, потому что здесь точно полиэстер. Adidas. Элька, размеры 44-46, указаны европейские. Это женская майка. Nike. Это вот спорт категории крем. Очень много новых вещей с этикетками. В основном преобладают вещи марки Crain. Вот тоже вот Crain XS указан размер, это женские. Спортивные штаны. Так. Вот тут, по-моему, пятна есть, да. Тоже под углом видно. Так, Adidas. Это спортивный костюм. Марки Adidas. Так, новые бриджи с этикеткой. Флисовый комбинезон, такие еще не видел. Оказывается, такие тоже существуют. Футболка марки Crain, размер указан L. А новая футболка с этикеткой. Женская Олимпийка. Европейский размер 40 указан на этикетке. Марка Nike Элька. Так, и последняя вещь, по-моему, да? Так, сейчас, секунду. Элька. Вот тут это, по-моему, порез, да. Какой-то странный. Нет, так и задумано, смотрите. Как будто порез, но тут все прошито. Так. Это была последняя вещь. На этом все.